Привет, друзья мои, с вами снова Джексон, и мы с вами продолжаем наше дзен-выживание в игре под названием Among Trees. Как вы помните, мы с вами скрафтили вот эту вот крафт-комнату. Я думал, это будет маленький верстачок или что-то подобное, но это оказалось целая комната, целая мастерская. И, собственно, здесь мы будем все дело крафтить, которое у нас есть в игре. Собственно, тут я вам показал уже все, но не до конца. Мы с вами скрафтили топор. Топор нам пригодится, теперь мы можем дополнительно рубить деревья, чтобы добывать доски, и теперь не обязательно там для того, чтобы найти где-то доски, не обязательно бежать куда-то за 3-9 земель и пытаться их найти. Теперь мы можем просто срубить дерево. Также у нас есть карта. В смысле? Тут можно сделать карту. Компас. Обалдеть, ребята, карта и компас. Еще можно сделать палатку и костер. Палатка и костер, слушайте, а вот это круто. Это как раз таки, скорее всего, нужно для того, чтобы ночевать вне дома, если мы ушли куда-то очень далеко. Слушайте, а вот это очень прикольно. Это очень прикольно, но оно у нас пока почему-то закрыто. Каким-то образом это, наверное, будет открываться, я не знаю, но пока это закрыто. Тут у нас есть аптечка. И это у нас декорации, да? Это у нас декорации, скульптура медведь и рыба, сова, птичка, еще птичка, белка, рыба и какие-то цветы. Собственно, слушайте, пока наша с вами задача основная будет скрафтить все остальное. У нас здесь шкаф должен быть, нам нужно 28 досок, 28 досок, представляете? Капец, огромное количество. И здесь у нас комната для готовки. Вот давайте мы ей с вами и займемся сейчас комнатой для готовки, потому как много грибов жрать у нас желудок потом с ума сойдет, наверное. Это я, кстати, посмотрел, что такое тюлип, или как он там, блин, что это такое было, покажи мне. Turnip seeds. Turnip — это репа. Ну, я в переводчике посмотрел, это репа. Тут, правда, на семенах нарисована почему-то капуста, по-моему. Слушайте, я не знаю, но переводчик Turnip перевел мне как репа. Будем верить, наверное, переводчику. Так, мы хотим есть. Давайте обожремся снова грибов. Хоп-хоп-хоп-хоп. Да ешь ты все сразу уже, вот еще ягоды. Ладно, ягоды подождут. Вперед, значит, нам нужно 12 досок, 4 болта, 2 которых у нас в кармане, и дрифтвуд. За дрифтвудом придется сходить на реку. Или у меня есть дрифтвуд? А, у меня есть дрифтвуд, ёпперес, это а чё я? Так, значит, это мы уже с вами собрали. Болты, ага, вот болтов мне нужно 2. Болтов мне нужно 2, и я их могу скрафтить, кстати. А из чего у нас делаются болты? Болты у нас делаются из стальной трубы. Причем, слушайте, неизвестно, сколько их там делается. Давайте попробуем. У нас труб, по-моему, есть несколько. Да, давайте вот возьмем одну трубу. И посмотрим, сколько наша девочка из этой трубы сделает болтов. Давай, пожалуйста. Хоп. Та-да! Один. Из одной трубы делается один болт. Окей. Кстати, у нас закат. У нас закат. Я не помню, кстати, когда я вернулся домой. На закате или на восходе. Но закат так закат. Сейчас просто поспим и делов-то. Так. Крафтим еще один болтик. И это прекрасно. Это прекрасно. Болтов у нас хватает. Так, пока еще давайте не совсем ночь. Давайте выйдем и срубим пару деревьев. Я ж его срубил. Вы же помните, я же срубил это чертово дерево. Охренеть, они здесь растут как бамбук. Ёпперес это. Ладно, рубим. Ты чё мажешь-то? Так, держать нельзя, надо постоянно нажимать. Окей, нажимаем. Нажимаем, рубим дерево. Силовой атаки нету, как в 7 Days Today? Нету? Нет, нету. Хлобысь. И опять на дом падает. Опять падает в том же направлении. Что за фигня, а? Что за фигня? Ладно, я рублю деревья. Что ж, прекрасно, мне хватило 4 деревьев срубленных. Ну, 4 я уже завалил так, постольку-поскольку. Но досок я собрал, даже больше, чем мне нужно. Отлично, у нас будет еще небольшой запас. На дворе ночь, но почему-то
Почему-то здесь я не мерзну. В прошлый раз она у меня замерзала. Это, наверное, из-за того, что мы были около реки. Или, может быть, потому что она начнет замерзать не сразу. Мне так кажется. Ну, что ж, пойдемте, пока ночь. Мы еще не сильно устали. Давайте мы скрафтим с вами вот эту вот cooking room. Погнали. Хопана. Теперь мы можем здесь готовить. О, да, детка. Вы посмотрите, целая комната. Целая комната. Здесь мы можем готовить еду. Мы можем положить сюда ягодки. И просто приготовив их, у нас будет что-то лучше, чем сами ягодки, наверное. Наверное. Но пока готовить не будем, я с собой не набрал. Тут что-то можно сделать. Гринхаус. Гринхаус — это теплица. Нам нужно 24 планки, 3 металлические пластины и один клей. А вот из чего делается клей? Слушайте. Из чего делается клей? Я помню, здесь его можно крафтить. Вот он, клей. Лайм минерал, какой-то минерал, короче. Смола и зеленые листья. Окей, а из чего мне получить смолу? Вполне вероятно, что ее можно собирать прямо из дерева. Вот на каких-то из деревьев, может быть, она будет прям такими кусками, и ее, наверное, можно будет собирать. И минералы я пока не видел. Минералы, возможно, можно добывать топором. Не знаю, там бить по каким-то камням или еще что-то. Но у нас, смотрите, кстати, для минералов у нас вроде как есть кирка. Вроде как есть кирка, я не знаю, правда, как ее пока скрафтить. Она может на какой-то следующий день, на какой-то определенный день скрафтиться. Так, у меня вот эти old rags, это, по-моему, какие-то старые куски или старая бумага. У меня они не в инвентаре, но они у меня есть в сундуке. Да, они у меня есть, их нужно всего два. Их нужно всего два. Давайте скрафтим карту. Ягоды нужны еще одни. Давайте быстренько перед сном пробежимся тут. Устроим пробежечку. Может быть, здесь где... Вот, смотрите, она замерзает, начала сразу же. Прям сразу же, да. Просто не сразу, ночью начинается замерзание. Так, я... Птица, не пугай меня так, пожалуйста. Я тебя очень прошу. Так, вот еще тут какие-то грибы я в прошлый раз нашел. Я не знаю, что это за грибы. А, так, там ветка. Кроличек. Нет, но это ветка, это не ягоды. Ягоды как бы тоже видно издалека, но такое ощущение, что они у меня вокруг дома не растут. Смотрите, какой у нас домик уже большой. Приличный, солидный такой домик. Прикольненько же, прикольненько. Да, все, она у нас хочет спать. Ладно, отправляемся мы тогда спать. И после сна уже пойдем искать ягоды для карты. День третий. Интересно, сколько тут дней, или это просто ведется отсчет дней, сколько мы прожили в этом лесу. Так, это... А, это сохранить прогресс. Давайте сохраним прогресс. Так. Да, здесь у нас ничего не открылось. Нам нужны еще ягоды. Это мы запомнили. Мы запомнили, что нам нужны ягоды. Это как-то... Так, да, это можно закрепить. А здесь... Здесь нам, по-моему, больше ничего особо не нужно. Здесь. И мы можем с вами скрафтить еще вот эту вот фиговину. Давайте мы ее тоже закрепим. А, можно только один, точно. Я помню, я там запомнил, там нужны только одни ягоды. А вот это мы с вами возьмем. Мы построим с вами тепличку. Что ж, так, насколько я помню, и насколько меня не обманывают мои уши, там у нас река, а вот там у нас черти знает что. В ту сторону я далеко не ходил. Там за домиком у нас маленькая вот эта башенка, у которой мы первую древесину собирали. И больше там дальше мы не ходили. Поэтому давайте сходим именно туда. И наша девочка хочет жрать. А, так. А, мне же надо скинуть все это дело. Да я знаю, что ты голодная. Блин, не гоньки, пожалуйста. А, так, правой кнопкой все это перемещаем. Так, эти грибы мы, возможно, можем съесть. А желтенькие листья тоже, веревки тоже, семена тоже. А грибы мы можем съесть? Только приготовленные.
А, так, а что ж нам мешает-то? У меня же вот еще есть, и вот еще есть. Я могу здесь сделать вот так. Раз, два. Я могу сделать две свеколки и грибочек, допустим, смотрите. И приготовить. О. Но все. Еще и топливо нужно. Вы посмотрите, а. Вы посмотрите. Добавил палку. Это чем-то мне напомнило рафт. Добавил палку, оно горит. Да слушай, как быстро они сгорают, эти палки. Это так, никаких палок на готовку ты не напасешься. Так, отлично. Приготовленная еда. У тебя банки с собой есть еще. Слушай, обалдеть. А как у тебя целая кастрюля поместилась в одну баночку? Так же нечестно. Давайте. Хопа! И смотрите, мы из двух штучек еды получили прям полный. Прекрасно, слушайте. Слушайте, мне нравится. Мне нравится. Давайте поставим еще что-нибудь приготовить. Это, я как понимаю, здесь делается довольно быстро. Накидаем палок. А сюда кидаем грибок. И кидаем свеколку. И готовить. Все, пусть она готовится. Это будет у нас ужин, наш наградной ужин. А ягоды. Ягоды я, наверное, тоже оставлю, потому как, ну, они нам не особо нужны. Так, все. Запомнили, кстати, у нас тут 4 пенька. 4 пенька, и смотрим, вырастут ли они снова, пока нас не будет. Топор на вооружение и вперед. Так, вот оно то место, к которому мы ходили в самом начале. И здесь, если помните, есть закрытые сундуки, для которых нам нужен ломик. Кстати, я не посмотрел, можем ли мы сделать ломик, но ладно, мы посмотрим. А есть ящики, разбить которые нужен топор. Поэтому мы разбиваем. Ёк. Я думал, это на меня что-то напало, а это кусок чего-то отлетел и, короче, попал на меня. Вон, видите? Обалдеть, она бьет так, что тут все разлетается к чертям. Бабах, вот посмотрите только. Ух. Так, еще веревка. Ну, я думал, конечно, в ящичках будет что-то более ценное. А, так еще, подождите, еще ящики разлетаются на доски? Нет? Или это я просто в прошлый раз здесь забыл доску, да? Да, доску забыл, веревку забыл, джутовую. Еще вон, стальную проволоку забыл. Ёпперес, это что-то я какой-то невнимательный опять. Так, дом у нас там, значит, нам нужно вот в ту сторону. Я даже не знаю, что там. Может быть, мы там встретим медведя или волка. Им, конечно, лучше не попадаться, насколько я знаю. Потому как я не знаю, можем ли мы медведя убить. Я думаю, вряд ли. Мне кажется, он с одного удара просто нас забодает, и все. Это же типа дзен-игра, насколько я понимаю. И она сделана типа без жестокости там какой-то и так далее. Так, вот, по-моему, ягоды. Да, это как раз-таки они. Вон кроличек бегает. Был бы лук, как в 7 Days туда, я бы его попытался поймать. Но лука у меня нет. Птички летают, поют. Красота. Лес. Прекрасно. Так, побегать здесь. Послушать звуки природы. В смысле? Тут еще где-то река есть? Или это здесь река набирает... Так. Мухомор. Про мухомор мы помним, да, с вами? Что мухоморы сырыми жрать нельзя. Только приготовленными, иначе она нафиг опять отравится и сдохнет, и как бы все. И финита ля комедия. Но мы их все равно собираем, потому что мы их сможем готовить. Так, вон еще королянчик. Воу-воу-воу-воу-воу, какая-то здоровая птица летает. Я надеюсь, она не агрессивная. Так, мох. Мох мы тоже берем. Ладно, я тут сейчас побегаю, поищу что-нибудь интересное. У подножия горы я тут нашел еще одно место, где можно залутаться. А, собственно, я его почти залутал. Остались только ящики. Я не думаю, что там что-то прям кардинально новое будет, но инвентарь я уже ресурсами различными забил. Опа! Large trees, map hint. Что это такое? Это какой-то квестовый. Это какой-то типа квестовый предмет, что ли? Типа карта. Типа каких-то карта больших деревьев, что ли? Или
Что-то такое, слушайте, интересненько. Так, железная труба. Тут вот семена свеклы лежат, они, к сожалению, мне в инвентарь уже не входят. Так, вот еще веревку забыл. Вот еще забыл веревку. И, кстати, под грибы у меня места уже нет. А здесь вот какой-то большой массив. О, еще проволоку забыл. Здесь какой-то горный массив очень большой. Это, возможно, так отмечен край карты. Вполне может быть же, что здесь мир ограниченный. Но это должно быть, что мир ограниченный. Я не думаю, что здесь прямо сделали большой открытый мир. Но вот здесь, вот, по-моему, можно зайти на вот эту каменную гряду, которая у нас шла вот с той стороны. Давайте попробуем на нее зайти. Вау! Олень. Но у него что-то с головой. У него почему-то лицо трясется очень сильно. Он, походу... А, все понятно. Ты беги-беги. Вы видали? Его аж заглючило при моем виде. Где-то я такое видел в каком-то фильме ужасов. Не хотелось бы это повторять. Так, у нас, кстати, деточка утомилась довольно сильно. Я думаю, мы сейчас еще чуть-чуть пройдем вот здесь и вернемся. И потом уже придем сюда с картой. Я как понимаю, ягоды нам для крафта карты нужны для того, чтобы она в процессе того, как мы будем везде ходить, чтобы она эту карту рисовала. Вот, скорее всего, это так и есть. Да, я думаю, пора возвращаться, потому как я не знаю, хватит ли мне выносливости, так сказать, усталости добежать до дома. Чешу домой, там посмотрим. Ничего не понял. Я же был у этой вышки, это вышка, которая недалеко от дома. Я же разбил здесь ящики. Че, неужели вы хотите мне сказать, что вот эти ящики, они здесь... Спавнится заново. О, смотрите, еще один hint map. Craft a map to view hint. Че? Так, здесь понятно, здесь нужен домик. А, это какие-то отметки для карты. Все понятно, то есть нам в любом случае надо крафтить карту. Ладно, идем крафтить карту. Дом совсем близко. Вот он уже, крышу прям видно. Но я четко помню, что мы с вами разбили эти ящики. По-любому разбили. То есть тут, скорее всего, для упрощения сделано так, что все восстанавливается после того, как ты уходишь из определенной зоны. Возможно, так оно и есть, если посмотреть на вот эти, мать их, деревья. На вот эти два дерева, которые я срубил. Эти почему-то не восстановились еще, а вот эти я срубил. Это 100% я вам прям зуб даю, я их срубил. Ну, такая вот механика игры. Что теперь поделаешь, это даже не механика, а игровая условность это называется. Так, там у нас готовая еда, сейчас мы покушаем перед сном. Но сначала мы скрафтим карту. Хопа. Хопана, вот и карта. А вот и карта. Тык М. Слушайте, так она записывала уже изначально. Large trees. Это типа большие деревья, отметки о больших деревьях. Интересно. Лайм-минералы? А что значит большие деревья? Для чего они нужны? Это, как я понимаю, переход через... А, это та же река. Получается, мы сейчас бегаем туда, куда мы бегали, вот здесь. Да, мы вот здесь были, это мы бежали на юг. Окей, будем знать, что за домом у нас находится юг. Значит, река у нас на севере. Все, окей, понял. Река с прудом, имею в виду, на севере. Река начинает свое течение вот здесь. Сюда, возможно, как-то можно зайти. А вот это я правильно сказал, да, вот эта каменная гряда. Это как раз-таки именно край карты. Слушайте, ну с картой будет уже намного интересней, намного прикольней. Так, давайте ховнем то, что мы там приготовили. А, нет, стоп, у меня инвентарь еще полный, ё-моё. Ё-моё, надо все выложить. Гвозди, это, все. Болты не вошли. Беда. Беда, болты не вошли. Ну ладно, пусть полежат. Пусть полежат. Давай, забирай там свой борщ или что-то там сварила. Каждая женщина должна уметь готовить борщ, по-моему. Так, все съедаем. Прекрасно. И теперь можно
Да, я, наверное, не просто посплю, я срублю пару деревьев, потому что мне нужны доски на строительство очень многих вещей, и потом лягу спать. И увидимся с вами уже утром. Четвертый день. Мы четвертый день живем в лесу. Ну, точнее, мы живем в лесу 3 дня уже, получается, а это четвертый. Так, еда сильно не снизилась за ночь, и это, в принципе, хорошо. Как я понимаю, здесь еда уходит на восстановление стамины, как это сделано в Seven Days to Die. Так, давайте наберем с вами все, что нам нужно для строительства. Так, для гринхауса нам нужен клей. Все понятно, клея у нас еще нет. Давайте попробуем построить шкаф. Нам нужно 28 планок, 4 гвоздя 4, и 2 проволоки. Окей, проволоки есть, гвозди есть, доски. Так, у меня 20, 21 доска, а нужно 20. Так, давайте ноут сделаем. 28. Окей, придется снести еще пару деревьев. Я перед сном срубил еще парочку. Я опять срубил вот эти 2 дерева. Посмотрим, как быстро они восстановятся. И придется срубить еще парочку. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ударов нужно, чтобы свалить такое дерево. Запомните. Раз. Веточки тоже собираем. Веточки, как вы помните, нам нужны теперь как топливо. Я бы единственное, сделал бы какие-нибудь источники освещения, потому что ночью в доме крайне темно. Прям как, не знаю, как в пещере. Хопа, еще деревца. Давай. Как же оно много шума делает. Странно, что с такого большого дерева мы с вами получаем всего 3 доски. Всего 3 доски, представляете? А вот такие деревья мы срубить не можем. Потому как мы не можем подойти к стволу. То есть нам типа листва мешает, мы не можем. Мы через листву продраться не можем. Мы тупая девочка очень. Давай, давай, давай. Хоп, хоп, хоп. Руби давай уже. Прекрасно. И сейчас нам хватит. Да, отлично. Сейчас мы все это дособерем и пойдем строить наш шкаф. Я надеюсь, он будет более вместительным, чем наш сундук. Хотя, как бы, сундук априори должен, по-моему, быть вместительнее шкафа. Если только это, так сказать, storage attic. Это ж не шкаф. Это ж склад. Вот по-любому. Именно. У нас есть 4 сундука дополнительных. И это не просто склад, это, мать вашу, второй этаж. Это второй этаж, вы прикиньте. Второй этаж. Обалдеть. Вот почему нужно было так много досок тогда. Вот оно что, Михалыч. Отлично, у нас теперь очень много так-то места под ресурсы. Это очень круто. Это очень круто. Так, давайте мы сюда скинем вот эти палки. Пусть они лежат здесь. Семена давайте заберем. Уберем их туда. Здесь бы, конечно, оставить все для еды, а наверх унести все для крафта. Вот так вот. Да, я сейчас тут расфасую и продолжим. Да, все, здесь я оставил, значит, все, что мне нужно будет для готовки, плюс еще семена оставил, потому как тут ящичка дальше нет. И что у нас осталось возможным скрафтить? Осталось возможным скрафтить только гринхаус, то есть теплицу. Сверху вроде тоже больше ничего нет. И здесь. Здесь все-таки вот это вот у нас ничего не открылось. Ничего не открылось, ну, собственно, и ладно. Карту мы скрафтили, карта у нас есть. Это нам не нужно. Можно всякие декоративашки поделать, но это нам пока тоже не нужно. Усиленные планки я пока не знаю, для чего нужны. Возможно, пригодятся в дальнейшем. Игра все-таки не забывайте в раннем доступе. И многое еще, скорее всего, будет доработано. Что ж, есть у нас карта. Давайте мы сходим с вами вот сюда, вот в эту зону, где типа большие деревья. И посмотрим, что такое эти большие деревья. Возможно, эти большие деревья будут давать просто больше ресурсов. И давайте сделаем похлебочку. Маленькую похлебочку из грибочков и ягодки. Давай, готовься. Отлично. Капец, они уходят вообще быстро очень. Зато готовят быстро. Прекрасно, борщец готов. Интересно, что... Дождь пошел. Серьезно, здесь есть дождь? Так, отлично. Еду мы под это подхилили.
Так, давайте возьмем еще ягоды. Можно было их, конечно, туда закинуть. И давайте просто полакомимся ягодками. Ну, потому что, блин, ягодки это вкусно. Серьезно, дождь? Да, правда, дождь. Слушайте, прикольно. Я не знал, что тут смена погоды есть. Офигеть, у нас хибара. Слушайте, я бы сам в такой бы жил. Ну, серьезно. Так, окей. Окей, значит, река у нас на севере, да? Мы помним, что река у нас на севере, да. Значит, мы идем туда. Идем туда. И побыстрее. А то вдруг она промокнет и начнет замерзать. Может же быть такое. Я не знаю, почему я бегаю с топором. Но я бегу с топором наготове. Не знаю, это привычкой 7 Days to Die, по-моему. А, перейдя на эту сторону, нужно не забывать, что здесь у нас тоже остались ящики, которые мы можем с вами разбить. И тем самым мы там можем найти кусочки карты. Ресурсы пофиг. Ресурсы, как я понимаю, пофиг, потому что мы все это можем теперь крафтить. А вот кусочки карты нам пригодятся. Естественно, я здесь уже что-то забыл с прошлого раза. Там вон еще далеко ящик. Обалдеть. Обалдеть. Меня интересует, конечно, спасибо за эти ящики, там все дела, да? Но откуда они здесь взялись? Кто их здесь положил? Это какой-то airdrop мне их скидывает. Тогда как я здесь оказался? И не часть ли это какого-нибудь интересного эксперимента по выживанию? Всяко ж может быть. А вот эти, кстати, вот штуки. По-моему, из них делаются веревки. Только вот как их получить, я не понимаю. Так, а ладно, ветки я собирать не буду. Идем дальше в зону больших деревьев. Мы, кстати, уже в зоне больших деревьев. И, собственно говоря, чем эти деревья отличаются от моих деревьев, которые у меня там? Не знаю. Давайте попробуем, слушайте, одно срубить. Раз оно большое. Может быть, оно что-то даст нам еще. Два, три. Промазала. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Те же восемь ударов. Упала. Ну, слушайте, те же три доски. Те же три доски, собственно, я не понимаю, в чем разница и почему эта зона обозначена как зона больших деревьев. Странная фигня, господа. Странная. Ладно, я сейчас тут побегаю, посмотрю, может, тут правда есть что-то интересное. Я здесь нашел еще один водоем. Красивый водоем. Блин, слушайте, мне так нравится, как сделана эта игра в плане графики, в плане атмосферы. Слушайте, это очень классно. Я таких не видел. Тут вот еще лежит airdrop с болтами. Странные airdrop'ы. Не знаю, кто мне их здесь оставил. А, так здесь вот еще одна зона. Отлично, сейчас мы ее обязательно залутаем. Это озеро, оно находится почти на краю карты. Я не знаю, что здесь еще может быть. Но я думаю, сейчас мы залутаем вот эти ящики, которые здесь валяются. И там будет, скорее всего, еще один кусочек карты, который нас еще, может быть, куда-то направит. Я все собрал. Тут вон еще одна повалившаяся конструкция какая-то. Я так и не понимаю, что это за конструкции. Ну и, собственно, фиг с ним. Так, вот здесь еще что-то забыл. И на земле лежит какой-то кусочек. Называется Blueprint. Он подсвечен, видите? Это, видимо, еще одна метка для карты. Или что это? А, Blueprint. Blueprint — это чертеж. Чертеж ломика мы нашли. А, это круто. Слушайте. Чертеж ломика. Так. Ага, вот так вот у нас обозначены эти башни. Интересно. Интересно, так у нас отлично. У нас есть чертеж ломика. Мы обязательно им воспользуемся. В плане того, что мы теперь сможем открывать. У меня чуть 10 труб уже. 5. А, труб, видимо, только 5 можно носить, да. Я на берегу еще нашел вот такие штуки. Это камыш. Его тоже, видимо, можно приготовить. Что можно сделать из камыша? В плане еды, конечно. Вообще не представляю. Тут больше вроде бы ничего нет. Но здесь, конечно, нужно это все получше разведать. Побольше побегать. Твою мать. Я застрял в текстурах.
Это будет очень нелепая смерть. А, вот. Я застрял. Во. Ха-ха, прикольно, слушайте, да, вот классно, когда разработчики делают такие вот штуки в плане того, что, ну, реально ты застрял, и как тебе выбраться. Вот есть такая вот веселая штука, которая переносит тебя на 20 секунд назад, на то место, где ты был 20 секунд назад. Хорошо, хоть не в прогрессе это дело. Ладно, пока не совсем стемнело, я, конечно же, возвращаюсь домой, бежать далеко. А вот и дом, вот он наш дом, домик. Прекрасно. Дом покрылся инеем, что ли? Или это свет так падает от какого-то... от какой-то луны или еще чего-то. Смотрите, опять эти деревья восстановились. Да, это работает именно так. Причем рядом с домом они почему-то не восстанавливаются, но вдалеке от дома они вырастают снова. Ну, ладно, что уж теперь. Отлично, мы не замерзли, мы вернулись домой. Дома, конечно, темно, как не знаю где. Отправляюсь-ка я спать. Сделали мы сегодня с вами очень много. Вам огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, обязательно комментируйте. И увидимся в следующих сериях выживания Among Trees. Пока-пока.